Вот мы ее разделили. Нижняя треть, верхняя треть. И вот она, эта медуза, между белой и прозрачной. Вот, да? Мы белую убрали. И аккуратненько снимаем то, что прозрачное. И именно этой стороной на лицо. В перчатках невозможно понять, вот если не обратили на это внимание, а без перчаток нельзя. А если не снимать часть сверху, не все равно, что сверху лежит, как иллюзия получается. Она анатомически занимает вот как бы вот все неровности, весь рельеф, и очень так аккуратно. Здесь вот тоже перчаточками пройдите, потому что сюда масочки нет, просто вот. Выражение лица, обращаю ваше внимание. Блаженство. Процедура закончена. Вот оно, счастье. Вот так, сняли аккуратно, обозначили, не перепутали. Хорошо? Замурчит. Она охлаждает? Так. Да, она холодная. Холодная. Она холодная. Она очень хорошо успокаивает. Вы знаете, у нас вот в кабинете у меня, наверное, 90%, но если вот в телефонах вот если ложатся на процедуру, и все в телефонах вот ждут звонка, очень важные люди, не могут расслабиться. С одной стороны, хорошо, не так на процедуру реагируют, а с другой стороны, когда маска, прошу отключить телефон, нет, я жду звонка. Но вот если те, кто спокойно, расслабленно лежит, 90% они засыпают просто. Ну, вот так вот все распределили аккуратненько. То есть она такая вся мокрая и скользкая, и потом посмотрим, что с ней будет через 10-15 минут. Она даже поменяла цвет. Кто? Маска. Маска.